Меня зовут Вито Скалетто. Я родился на Сицилии в 25-м году. Этот малыш я. Стою с родителями и сестрой Франческой у нашего старого дома. Я мало что помню о тех временах. Разве что жизнь была тяжелой. А потом отец решил, что нам пора уезжать. Я не мог заснуть. Дела шли паршиво и грозили стать еще хуже. Рано или поздно правда всплывет. И тогда на нас ополчатся не только Винчи и китайцы, но и Фальконе. Не так я себе все представлял, когда мы начинали. Мне грезились деньги, машины, женщины, уважение, свобода. Я все это даже получил, более или менее. Но вместе с тем пришли тюрьма, постоянный страх и кровь моих товарищей. Я держался на плаву сколько мог, но шансов становилось все меньше. Теперь это был только вопрос времени. Да, алло. Вито, это Эдди. Слушай, приходи... Дай угадаю. Ты хочешь, чтобы я приехал к тебе с пушкой прямо сейчас? Как ни странно, нет. Карло ждет тебя в планетарии. Он сказал, в чем дело? Нет, лучше приезжай сейчас же. Не заставляй его ждать. До встречи, Вито. Мистер Скалетто, садитесь, пожалуйста. Эй, старик, ты вернулся, да? Давай, лезь в машину. Ну? А вы... Это наш друг, мистер Чо. Так, и что за хрень творится, Лео? Что такое? Это из-за тебя. Ты капитально облажался. Войну, блин, устроил. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Не хитри мне, парень. Я об этом бизнесе забыл столько, сколько ты в жизни не узнаешь.
Половина наших убиты, половина людей мистера Чу убиты, а теперь еще федералы дышат нам в затылок. Из-за тебя. Лео, слушай. Ты слушай. Если бы не я, с тобой бы уже давно разобрались. Так что выслушай, что я тебе скажу, и выслушай внимательно. То, что ты натворил в китайском квартале, это из-за того козла Генри, так? Ты знаешь, на кого он махал, когда сдох? То есть, когда его на фарш пустили? Он работал на федералов. Он сучился. Поэтому парни мистера Чу так и поступили. И поэтому теперь федералы висят на Карло. Но я друзей не забываю, Вито. Ты спас меня, а я тебя. Я поднял свои связи и выбил тебе один шанс исправиться. Ладно, я слушаю. Убери Карло. Сделай нам одолжение. А если я откажусь? Умрешь. Фрэнк и комиссия голосуют за твой труп. И мистер Чу. А ты еще и поручился за крысу. Думаешь, Карло это тебе спустит? Ты уже ходячий труп. Когда? Сейчас. Каждая минута промедления играет на федералов. Он окопался в своей обсерватории. Знает, чем пахнет. Карло Фальконе кто угодно, но только не дебил. Ладно. Остановите. Помни, мальчик, это твой последний шанс. Добрый день. Чем могу помочь? Буэнос-Айрес, малыш.
этих, что, черт возьми? Он, наверное, спит.
Привет, парни. Привет, Вито. Босс хочет тебя видеть. Круто. Я бы тоже его повидал. Только одно, Вито. Отдай мне ствол. Ну ладно. Держи. Thank you.
Смотрите, кто пришел. Вот кого они послали. Это оскорбление. Что они тебе сказали, Вита? Убери меня, и ты прощен? Ты правда думаешь, что они спустят все, что ты натворил? Хотя шестерки никогда не видят всей картины. Но твой приятель все понимает. А, Джо? Это что за хрень? Я могу спросить тебя о том же. Верность — странная штука, да, Вита? В этом деле друзей не бывает. Твой дружок Лео тебя этому не научил, пока ты у него сосал за решеткой? Ты просто шестерка, Вита. И всегда я им был. Когда ты наконец поймешь? Джо, просто доверься мне. Думаешь, мне не класть на федералов и этих старых пердунов из комиссии? Они используют тебя, Вита. Как Климент ты использовал. Как я тебя использовал. Как эта крыса Генри. Ты поручился за эту мразь. Привел его в мой дом. А теперь, тупой болван, ты за это заплатишь. Давай, Джо. Эй, собираешься нажать на курок? Ну, давай. Чего ты ждешь? Вита, давай убьем подонка. Помни, о чем мы говорили, Джо? Ты забьешь раз. На это? Давай! Два. Ну! Тупой придурок, у тебя нет шансов. Всех не перестреляешь. Ты в конец свихнулся, да? Я посмотрю, как тебя будут убивать. Давай уже! Их там всего двое! Знаешь что, Карло? Последние 10 лет я только убивал, и все. Я убивал за свою страну, убивал за свою семью, убивал всех, кто переходил мне дорогу. Но это... это для меня. Пошел ты! Долбаный хрен. Очень надеюсь, что вы знаете, что делаете. Не волнуйся, все на мази. Увидишь. Так, о чем он тут говорил? Он сделал мне предложение. Вот и все. Да, это-то я понял. Какое предложение? Он хочет, чтобы я тебя убрал. Сказал, что сделает меня капо, даст свою команду. В общем, все, о чем я мог мечтать. Да? И почему ты этого не сделал? Помнишь, ты мне 5 баксов должен. Это еще что? Порядок, Джо. Готово? Готово. Ну ладно. Тогда есть что отпраздновать. Поехали, навестим девочек. Мне нравится. Пошли со мной, Вито. Нам нужно еще поговорить. Ладно, увидимся там. Ладно. Ты
Так что там за тайны? Эй, это еще что такое? Куда они везут Джо? Прости. Джо в сделку не входил.